Всем добрый день, спасибо, что заглянули ко мне на канал. Сегодня я вам предоставлю рецепт, самый вкусный, на мой взгляд, из печени трески. Этот салат будем делать слоями, похоже как бы на мимозу, но это вкуснее намного, чем сама мимоза. Вот консервированная, вот такая вот у меня печень трески. Для этого рецепта я все подготовила. Рис отварила, 150 грамм, морковь потерла на терочке одна штучка, пол яблока, также сама на терочку, лук порезала, и зеленый, и порей нам нужен будет, огурец маленький, небольшой, с запахом, чтобы был, яйца, белок нужен нам, и также желток для украшения. Печень будем соединять с зеленью. Выкладываем нашу печень, жидкости совсем здесь мало. Добавляем репчатый лук, красный, сладенький такой, он без горечи. И разминаем нашу печень вместе с луком. Для чего это делаем? Так как мы выкладываем первый слой, это наш отварной рис. Следующий слой у нас идет яблочко с морковкой. За морковью идет огурец. Следующий идет зелень. Наверх выкладываем нашу печень. Разровняли печень мы свою. Так вот. Высыпаем наш белок. Разровняли. Поверх сыр. Сыпали зеленью. Делаем сеточку майонезную. Поверх яйцо на мелкой терочке. И украшаем наш салат. Даем нашему салату немножко постоять в холодильнике, и потом будем кушать. Салат наш уже пропитался, в холодильнике постоял. Смотрите, какие у нас рядочки получились красивые. И мы его будем вытаскивать и начинать их кушать. Сейчас попробую салат. В салате печени трески всегда присутствует горечь. А когда ее сочетаешь с луком сладким, вот фиолетовый, красный есть, вот эта горечь как бы уходит. Вкусно. Даже и не ощущается вот это, что именно присутствует горечь печени. Спасибо всем, что досмотрели до конца. Приготовьте такой салат. Я думаю, вам понравится. Не хуже мимозы.